Ух ты. Кухня, микроволновка, холодильник. Душ, туалет. Спальная комната на 2 человека, на 3 человека. Шкафчики. Разворачиваемся. Там, скажем, кухня или ливинг-рум. Стол обеденный, диванчик. Можно даже 5-му человеку передремать. Камин. Телевизор. Спальная комната еще. Семейная. Шкаф огромный. Ну, это чемоданчики, может быть, там, не знаю, такое. Ну, высокий человек, наверное, ноги так будет, но, тем не менее, может быть, она где-то тут раскладывается, кто знает. Шкафчик. Знаете, что это? Однокомнатная квартира. Однокомнатная квартира. Семья даже. Мама, папа и 3 детей, пожалуйста. И это выходим. И на улице. Барбекюшка, кран, вода, шкаф. Кухня маленькая, холодильник маленький. Это автобус для путешествий. А? Как вам такое? Вот еще стоит этот поменьше, этот как машина. Это тоже. Этот автобус, а этот машина. Какая красота! В какую мне сторону? В эту. Какая красота! Правильно я иду. Вы посмотрите. А? В общем, в принципе, то же самое. Вы посмотрите, на улице кран, холодильник, микроволновка даже на улице стоит. Имеется в виду с аутсайда. Hi. Кровать, кухня, печка, водитель. Машина немного поменьше. Машина немного поменьше. Смотрела. Так, а я захожу в Рос. Вот такие дела, ребята. Пожалуйста. Купил такую машину и путешествуй, отправляйся. Здесь, в Америке, можно останавливаться где хочешь. Ой, имеется в виду, места есть разные. Что ж это за такой столик такой красивый, а? Ух ты, золотое. Ух ты. Вот это да, это в моем стиле. Это в моем стиле такое все. Ну что, буду я просматривать Рос. Так, я заходила в Коллс и мимо иду до Рос. И как бы это увидела и вам вот как бы захотела показать. Я сегодня красная шапочка. А что мне здесь надо? То, в принципе, мне ничего не надо. Просто просмотреть, потому что в Коллс я все-таки хотела купить именно то бордовое, спортивное, как я не купила у себя. Ну, что получается? Значит, не судьба. Все, не судьба. Значит, оно мне не надо. Видите, там не застала я здесь. Все, значит, не надо. Я так понимаю. Вот так, все.
Ну, такие дела. Машина, конечно, суперовская. Ой. Я бы хотела такое себе, чтобы не на месте жить, а передвигаться с места на место. Да, ну все, ладно. Здесь, в принципе, ничего так особо нет показывать. Хотя, конечно, можно было бы сосредоточиться. 17 часов, сколько надо очки одеть. Но красивая, да, вот эта желтая красивая.